Astra Butler's Tower Defense. Это игра в жанре Line Defense, в которой вы можете строить свой игровой процесс с помощью карт навыков. Подвижной, этот странный перевод, конечно, ребенок, улучшение ловушек, бесконечный режим, мета-прогресс, высшие способности ма, многое другое. Запрыгивайте, давайте спасать планету. Скорее всего, подвижной не ребенок, а герой. Ну ладно. Итак, что же это за игра? Да, в принципе, это игра виды защиты башни по линиям. Напоминает, если честно, мягко сказать, Plants vs. Zombies. Да, можете попробовать. Только вообще-то в данной игре не чувствуется, так сказать, души. Я, если честно, очень люблю игры вида защиты башни. Vs. Zombies мне очень понравилось также, но... Вообще, в этой игре, хоть графика, в принципе, и нормальная, спецэффекты тоже есть. Даже есть герой, который обладает определенными сверхспособностями или суперспособностями, но тут монстры, они какие-то вялые, однообразные, с, мягко сказать, странной озвучкой. Знаете, нам показываются линии атаки, мы можем усиливать свои башенки, но я не знаю. Мне она наскучила спустя полчаса, не заинтересовала вообще как-то. Хотя Vs. Zombies, что первый, простите, что второй, до сих пор играю на телефоне, и она мне не надоедает. В игре, кстати, присутствует, так сказать, оптимизация, так что нагрузки на ПК особо нет. Слушайте, можете попробовать, может, вас она как-то, я не знаю, там затащит. Но мне что-то вообще никак не понравилось. Подобие просто Plants vs. Zombies, но очень грубая, неаккуратная и вообще никак ни разу не красивая. Хотя она, скорее всего, наскучила, потому что там-то у нас были красивые пейзажи, разнообразные локации, а здесь однообразная тупая поляна и бегающий герой туда-сюда. Как-то не алё.